Здравствуйте! Это видеообзор мышки фирмы Trixi. Я ее приобрела в магазине «Шиншилка». Мы ее приобретали для котов. Эта мышка, кстати, имеет запах кошачьей мяты. Внутри она такая плотненькая, снаружи мягкая синтетическая ткань пушистая. Но мышка была прихватизирована щенком. Коты не против. Они согласны на все, лишь бы к ним не приставали. Вот такая мышка. Мышка имеет ушки, глазки и такой классный хвостик с узелком. Вот такая мышь. Маленькая, да задорная. Так. Спасибо магазину «Шиншилка».